Пардон, юху, всем привет, с вами Енот, с вами RimWorld, и мы продолжаем выстраивать наконец-то нашу оборону. Какую-никакую, но выстраивать. Ща будет, подожди. Прошлую серию мы уже с трудом отбились, и надо не допускать опять такой... такого конфуза, так сказать. Конечно, расстояние не такое большое, надо будет подальше сделать. То есть здесь... ну, вообще разберемся. В общем, по-любому надо скрошить вот этот весь край. Тепловой удар. Да, сейчас отойдут. Тут не копает, там не копает. Короче, они пока занимаются больше стройкой. Ну ладно, пусть построят. Кто-то строит, кто-то изучает, кто-то еще что-то делает. Че тебе надо? Вот че у тебя риск? Этот нервный срыв. Вид гниющего трупа. Так не смотри на них. Средняя боль. Губе не хочет. Конечно, не хочет, ты же урод. Побежал строить. Капец, они медленно строят. Но ловушки тяжелые, они не сильные. Там все-таки не знаю, как-то вот здесь надо сточить будет и сделать расстояние побольше тоже. Переработка психии, да нафиг надо. Бодри. Кстати, что не дают? О. Химическое повреждение. То есть тут даже видно, что он дает. А бодрин что дает? Ага, во многих мирах осуждают. Ага. В общем, сложно. Так, давай. Ну вот, блин, да, неудобно сделано. Ну а что делать? Будем выбивать как можем. Выкапывать как вообще. Как будто никто никогда не копал. Строить прям не могу. Обжорство, но это не страшно. У нас есть два слона, бумалупа. Ты чей будешь? Слониха. О, ты нам нужна? Фауна, питомцы. Домашние животные, то есть в дом, чтобы никто не заходил. Тут пусть шарит. Давайте, выкапывайте, выкапывайте. Чан, тоже видел трупы, да? Нет, она просто меланхолик. Ну, как сложно это полосталь-то выбивать. Так, это мы начали строить больницу. Господи. Так, пардон, отвлекся. Так, ну теперь они должны выкопать комнату, выкопать здесь. Ну и здесь делают. У нас известняка дофига. А песчаника-то нет. Заделаем. А? Трупик мышки. Кстати, у меня же вот тут еще для животных есть. Ну да. А. Имя дали питомцы, хорошо. Правда, они сейчас начнут все выедать, у меня территория будет не такая уж большая, ну да ладно. Тоже бегает.
Опа. Чан. Беги, Чан, беги, беги. Собака. Чикабрас, беги спасать. Да, довольно тебе досталось неплохо. Сильно. Метеорит из гранита. Так. Взять оружие. Давай, тащи, 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 тащи. Конечно, да, вот досталось тебе... Почку уничтожить, да ты издеваешься. Блин, это плохо. Это мы теряем ее производительность. А Чан у нас и так был меланхолик, да? На, еще теперь адская боль. А-а-а! Так, давай здоровье. Операции. Наркоз. Кто у нас лучший врач? Медицины вообще нету. 8. О, ништяк. И да, там проведи операцию. Забавно. Так, а кто это очухался? Чан очухался. Чан, держись. А, собачки, у собачки были кошечки заболели, ай-яй-яй, пройди же мне скорее. Блин, у тебя почки нету. Чан, давай иди отдыхай, пока не выздоровеешь. Мы справимся, ты не переживай. Вот это, наверное, надо увеличить. Не хватает поставок или его жрут, не знаю. Давайте, вы копать там будете, не? Слоновья кожа. Так, ну мясо есть? Есть. Чану, конечно, досталось хорошо. Истерит. Истерить не значит, что ломать-то надо. Собака. Всю свою комнату разносит, а? Варвар. Привет, Чан, типа, а, привет. Классно, вообще супер у них все происходит. Так, с одной стороны хорошо, что у меня дофига этих осталось.
Так, все что-то делают. Эти копают, это хорошо. Уже больница нам все равно нужна. И я ее построю. Я сделаю самую идеальную больницу. На данный момент. То есть мы не можем ни комнаты сделать, ни больницу строить, потому что они чем-то занимаются. Так, ну пара ловушек есть, и вот эти завалили слона, это хорошо. Больше к нам пока никто не заползал. Это тоже хорошо. Мрамор. Ребята, а работать-то кто будет? Что у тебя? Вид гниющего трупа. Да ладно, сейчас вот достроишь вот комнату, и будет у тебя нормально. Сам не строит, и сам возмущается. Зачем я строю деревянный пол? Потому что если на меня будут нападать жуки, я открою дверь и кину коктейль молотов. Пусть все выгорит, мы будем здесь тушить. Амброзия опять. Что много у нас этой амброзии. О, неужели у него наконец-то хватило материала, чтобы доделать? Но двери, конечно, строятся долго. Хотя он один спокойно справляется. Давайте, копайте, стройте, делайте что-нибудь. Нам нужны еще люди. Людей не хватает. Вроде каждый чем-то занимается, но не справляется. Пластали, вы с ума сошли, так добывать долго будете. А где-то горное дело. Очень медленно растет. Этот все изучает, говорит, да, без проблем, я все сделаю. Броню сделать пока не можем. Рваная одежда, чан. Вещи. Рубашка, штаны? Это еще не рваные. Ты еще не видел, что такое рваные. Так, нам бы сейчас чан как отойдет, слона девочку бы найти. Ого, мясо сколько, собирай, не хочу. Потому что я не знаю, насколько слоны будут полезными в нападении. И тут выгорело все. Но как эти, скажите мне, я скажу. Ну как чистая сила, которая будет нападать на врагов, она нам пригодится. Но мы при том ее еще обучаем всему. Да, пока обучай их, лечись там, не знаю. До этого обжорства. Все никак успокоиться не может. Эти все никак выкопать не могут. Хоть бы здесь долбили. Ну, ребят, ну серьезно. Потому что вот эта защита, она вообще ни о чем, как вы не поймете. Это тупо мелочь. Чем они еще весь день занимаются? Я уверен, в этой горе дофига всего. То есть мы сейчас, конечно, сделаем, и потом будем его выкапывать всю. Прокапывать, раскапывать, делать всякие перегородки, разгородки, свет пускать и так далее. Пока у нас вот факелами мы в средневековье, скажем так. Хватит жать всю еду, а? Блин, чао. Средняя боль. Ну, потихоньку отпускает. Ну, конечно, то, что почки нет, это жесть. Эффективность ноль. Задрессировал слона, блин, да? Ну чё? Мы еще все сделаем. Мы и тюрьму построим, и прочее, и прочее, и прочее. Сначала больница. Первым делом надо сделать госпиталь каким-то макаром. Но они почему-то этим не занимаются. Они занимаются чем угодно, но не госпиталем. Области уменьшить домашнюю. Блин, ну это надо, а вот это не надо.
Так, вернулся я, так что нормально, продолжаем. Живот. Блин, увеличить, наверное, надо... Они это жрут, не жрут? Но эти жрут мою еду. Но еды у меня, в принципе, пока хватает на такую кучку. Блин, пласталь, капец, сложно добывает, слушайте. А ты не можешь пробить там другое, что полегче? Обязательно пласталь тебе ломать надо? Чем вы занимаетесь? Это отдыхает, блин. Устал. Это готовит, этот шьет. Поток брани. Плащ, футболка. Ну, нормально. Темно. Последней капли было темно. Где темно тебе? Ты на улице бегал. А, ты здесь копал. Так, из урана. Давайте здесь поставим. Делов-то. Оскорбляет, стоит. Ты урод. Стой там вот, тебе не нравится, иди лесом. Будь ты проклят. Срубить. Я сказал приказы. Срубить. Норка не может добраться до... Пошел ты, и ты пошел, и ты пошел. Че ты до него докопался, эта норка, а? Тебе плохо, я... Господи. Ему плохо, и он решил остальных тоже доконать. Молодец вообще. Я тебе еще не надоело, говорит, ура. Че, нужно оскорблен, да? 8 оскорблений, 2 не обудится. Фух, сыры будет. Получил. Не будешь доканывать человека. Держись. 9 оскорблений, фига себе. Ну ладно, это мелочь. Сейчас он задает, поспеет, мы начнем еще ковры вешать, будет очень классно. Эти могут траву жрать. Вообще, жрите траву, не злите меня. Простое блюдо сгнило, но ожидаемо. Каждый чем-то занимается. Ну, а наконец-то начали шить. 1,6, 1,6, 1,3. До 1,6 поднимется. О, кровать свободная, чувак. То есть у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И кровати уже заняты все. Мы этот зал тоже переделаем. Полуоборонный будет. Производство мы перенесем на более глубокий уровень. Производство голсока. Так, а чё голсок дает? Тоже, да? Химическое повреждение, зависимость, толерантность. Еще бесполезно. Но это все равно надо будет гнать, чтобы... Кстати, у меня, где моя химическая лаборатория? Надо будет гнать, чтобы научиться делать дальше. Хотя это медицина. Можно просто лечить и так далее, она потихоньку растет. Хотя и падает тоже не слабо. А косяки, если крутить, это даст нам и продажи, и прочее. Так, я хмель посадил же? Да, посадил. Тут не хватает, знаете, чего? Виноградов. Что у тебя? Меланхолик. Я... лохмотьях вещи. Что у тебя плохо? Слой одежды, белье укрывает левая нога и правая нога. О, куртка укрывает торс, шея, левое плечо, левая рука, правое плечо, правая рука, верхняя одежда. 10. Футболка. День нормальный, господи, тело. Что дальше у тебя? Что у тебя еще лохмотья? Вещи какие? А у тебя стоит 100. 38 пуховик. Ну, замени на плохую, что тебе делать? И штаны замени.
Мы еще зажьем, это не проблема, чувак учится. Оп. Оп. Все. Ой, надо же, нету лохмотьи больше. Так, это что это, свалка, склад? Давайте так. Изделия. А, текстиль, что там у нас? Кожа. Ткань, шерсть. Нет. Не нужно материя. Про предметы одежды, наверное. Нет. Вот одежда. Не переплавляемая, непереплавляемая. Возгораемая. Нет, стой. Надо как-то их ограничить, не знаю. Стойте, вот не знаю. Рубашки. Так, как-то можно тут свойства задать, типа? А, вот. Сейчас. Вся одежда. Целостность которой ниже 60. Если вдруг выйдет, все, скидывай. Пусть ломается, пусть оно пропадает и так далее. Все, что плохое, перекидываем сюда. А тут целостность от 50. Все остальное тупо выкидываем. Да, и хай пропадает. Молодец. О, оптовый торговец. Это хорошо, откуда он тащится? Снизу. Тоже слоники. Так, хаски, альпака, 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 пимикан. Блин, денег у нас, конечно, мало. Ну, зато мы можем его разные пихнуть. Нормально, нет, нормально, нет. Плохо, плохо, можно пихнуть. Плохо, плохо, тоже можно пихнуть. Плохо. А тунику уже никто носить не будет. Шерсть шиншиллы. На-на. Но по большей степени мне от тебя ничего не нужно. Ты не можешь, да, ничего такого дать. 400. Жесть. Жесть. Хотя мы можем взять одну хаски. Хава. И он еще нам деньги должен. Мы можем пихнуть что, чего у нас дофига. Все, мало, ладно, принять. Кто это? Умер. Отныне у них новый вождь. Так, питомцы. У нас новый хаски. То есть вторая девочка. Черт. Все, обучаем ее всему. Потом где-нибудь купим хаски мальчика и все. Еда нам, в принципе, не нужна. Пимикан, мы сами в случае что сделаем. Мясо тоже добыть сможем. Что у нас камней-то дофига, смотрите уже. А его ламывает. Кстати, мы же можем кровати делать из гранита тоже, да? Да. Не обязательно дерево. С другой стороны, мы можем это тратить и на производство песчаника. Известняк. Песчаника. 312. Это хорошо. Мы можем теперь что сделать? Нам нужно поднять его сюда. Да ладно, не могу. Но мы можем сделать по-другому. Мы можем его довести до сюда. Стой. Он идет сюда. Здесь мы перекрываем тоже. Стой. Он
идет вот так, так, так. Так, так. Собаки. Чтобы не вбили сюда. И теперь мы строим как? Получается, нам нужна здесь стенка. Здесь стенка. Здесь стенка. И здесь, здесь, здесь. То есть они зайдут здесь построить, зайдут построить здесь, если надо. Пока так. И трупов будем сюда скидывать в случае чего. Такое местное кладбище. Конечно, отсюда бы его убрать, потому что они будут пытаться здесь ломиться. Давай сделаем так. Уменьшить область. Теперь будем расширить область. Так. И из известняка построим вот здесь стенку более длинной. Так. Чтобы они здесь не пробивались, не придут, начнут долбить здесь. А нам нужно заставлять, чтобы они шли только через этот проход. Ладно, там пока разбирается, тут пока строят, тут пока копают. Блин, еще не докопали, да господи. Почему вы считаете, что то приоритетное, а не вот это? Ладно, будет возможность построить. Учан. Сейчас стресс. 41, 41 снаружи. Обалдеть. Ковры все доделали? Нет, не доделали. Так. Материалы. Уран, сталь, пласталь, древесина, каменное растительное сырье. Дымолист, хмель давай закидывай. Сихолистья нет. А, продукты. Я не знаю, куда это скидывать. Нет, там материал должен быть же. Растительное сырье, листья дымолиста, психи, нет, каменные блоки, древесина, золото, нефрит, серебро, сталь, уран, не то, предметы. Артефакты незаконные, рок-трумба, не то. Ты что за материал? Ткань. Куда-то же должна ложиться, не знаю куда. Блюда, продукты. Комбикорм, сено. Блюда. Простые блюда эти, мясные, растительные, животные. Черт, не то. Изделия, текстиль. Ткань, вот вся должна сюда носиться. Животные не носят, бесполезное создание вообще. Насмотрелось что-то. А другим путем ты обойди, конечно, не могла. Обязательно надо было через трупы лезть. Можешь, конечно, их закапывать, но блин. Мы потом крематорий построим, это выкинем, трупы буду поджигать будем. Ну, это такие комнатки. Ну, что они смогут здесь пробиться или лезть сюда? Воу-воу-воу-воу. Что, серьезно? Давайте попробуем отбиться. Сял убрался здесь. Зачем? Четверо. Четверо не так опасно. А, семеро. Вот это уже опаснее. Не бесишь.
Я не беру квесты. Как же вы меня достали. Не убирайте здесь. Так, стоп. Давай сюда. 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 Их расстояние не такое большое, поэтому будут держать сбоку. Что, все? Ой, еще бежит один. Так, стоп. Кто у меня халтурит, ты? Раздеть. Нет, давай. Ты пока беги сюда. Сейчас мы еще этого грохнем. Сколько ты протянешь? 23 часа? Нормально. Вперед, животные! Все, все свободны. Так, стопэ. Ты давай пока беги сюда. Надеть. Будешь современным. Так, у нас один захвачен, да? Такс. Пленник, вербовать. Нам нужны любые люди. Ты же не сильно пострадал же? Кровотечение? Да, легкое вообще. Лечить. Сейчас отойдет чан, это нормально. Это довольно легко делалось. Хорошо, ловушки сработали, слушайте, прям спасли меня. Мне нужен сланец. А, ну сейчас тут его 650 должно хватить. Простое блюдо сгнило. Ну это ладно, нормально. Потом, будь добр. Кто-нибудь может убрать? Что за звук? Копает что-то? Собачка отдыхает, молодец. Прям спасла меня. А кто-то говорил, не нужны те животные, они бесполезны. Вон как спасли меня. Вот жалко, что у них какая-то система, что оружие разваливается. Да. Опытный повар, да он готовит 24 на 7, вы чё? Так, как тебя вербовать? Сложно, не сложно? Да не, не сложно, нормально. Вина доказана, срок давности истекает через 9 минут. Да нет, пусть нападают, будем с них получать вещи. Тут пока не добывают, тут не добывают. Сейчас они будут восстанавливать ловушки, это будет жесть долго. Они уже начали восстанавливать, хоть бы трупов кто перенес. А то будет трупиков видеть и паниковать. Так, что у нас здесь? По дереву нормально. По больнице еще строят и долго будут строить такими макарами. Ладно, чан больше не грустит. Ну хорошо, мы неплохо отбились. Стой, пимикан, потом убери.
Давай, это же кухня. Пошла убирать. А это мы еще слонов не научили нападать. Прикинь, что мы к нам слонов научим. Так, работа, горное дело. Почему мало так? Шахтер 222. Строительство. Ну, по идее, строительство, да, первостепенно. Лучше мы сейчас восстановим ловушки. Достроим стенки. Норки, чё ты? Средняя боль, вид трупа. Ну, блин, что я сделаю? Я не хочу их закапывать, это бесполезно. Съесть. Потому что все же гниет. Был бы у нас кто-нибудь там, кто кровожадный слишком, он мог как бы этих... как сказать? Разделать их на еду. Точно, мы можем разделать их на еду, когда у нас будет холодильник, и кормить заключенных. Это будет слишком жестоко, да? Но ловушки все сработали прям четко. Мало пищи. Да не мало, просто собрать надо. Мы можем ягодные кусты собрать. Вон сколько. Собирай, не хочу. Вон картошки дофига. Чего у нас мало? Вы чё паникуете? Ножды. Средняя боль. А, ну это 6 часов пройдет. Ну куда-то же их девать надо, надо. На, это будет долго. Ребята, мне нужно строить больницу. У меня вот это вербуется. Мне его куда-то надо будет располагать. Мне еще нужно 2 комнаты построить. Возможно, потом сделаю здесь еще комнатки. Да, конечно, конечно, конечно. Строить еще и строить. Прям вообще дел выше крыши. С другой стороны, хорошо, что мы... Он уже одели их. То есть мы особо не паримся, а они одеваются. Дальний бой 15. Етить ты, зверь. Профессионал свои 26. Так, что там ты? Вербуешься, не вербуешься? Алло, привет, да, как жить? Нет, не хочет. А вещи вербовать я поставил. Да, лечим, лечим. Собачка есть малинку. Хорошо. Слоники, вон, травкой питаются. Опять они жрут. Но это не так много. Хорошо, что такая тропическая территория, с едой можно вообще для животных не париться вообще в ноль. Строительство. 52, всего лишь 52. Хава! Мышка бегает. Мышка, ты забегаешь на мою территорию. Мы тебя сожрем. Любое животное, которое залезет на мою территорию, вот этих я могу истребить, у меня будет дофига шкуры, мяса и прочее. Но надо ли оно мне? Отдавайте. Истребим вомбатов. Корова родила. Ой, еще один теленок. Классно. Классно еще, знаете что? Что все мои питомцы, они получают автоматом нужную область. Ты что делаешь? Медитирует. Ну ты, блин, даешь, нашел где медитировать. Иди копай, иди делай что-нибудь. Охотиться. Ладно. Все, пропало. Молодец. Чан, что ты делаешь? Убираешь землю, иди разделай. Не беси меня. Ну, мышка. Да, и надо бежать через трупы. Гениально. Прям тебе не хватает стресса. Так, парочку ловушек мы восстановили. Черт, совсем чуть-чуть не хватило. О, стенку можно достроить, ништяк. Хоть... То мало пищи, мало пищи. Сейчас будет нормально пищи. Да у нас вон валяется на улице.
Мы тупо занести не можем. Что должны собаки носить, а собаки не носят. Тебе нормально, стресса там не нужно? Пока падает. Темно. Иди спать, куда там хотел. Потом разделаешь. Ну, достройте вы больницу. Ладно. Это тоже первостепенное важно. Вот это очень важный момент. Потому что, видите, на нас уже напали сколько? На нас два отряда напали. Один напал отсюда, один отсюда и один отсюда. И благо мы смогли одного захватить. Нам люди-то все равно нужны. Он у нас ближний. Но при этом и дальник. Умеет что? Строительство любит и кулинарию. Ладно, с кулинарией мы разберемся. Нам сейчас нужны копатели. Тоже медитируешь. Молится. Ничего себе. Тут уже и религиозные мати тут появились, а уже без разницы. Все, все убиты, да? Чан спит. Проснется, пойдет разделывать. Так, это дробаш, ничего себе. Какой у нас ученый. Защищенный. Чего вы повздорили-то? Удар в зубы. Укус человека. Ты броню кусал? Кто это такой неадекватный там? Молодцы. Тебе хорошо досталось. Ложись, принимай лечение. Ну, тебя кто ударил, тот и вылечит. Губи, потом как закончишь, убери. Не люблю, когда грязно. У тебя еще ярость? Ну давай, я с твоей яростью поговорю. А ну лежать! Больше нет ярости, да? Ярости нет. Вообще офигело. А не смотри ты на трупы эти, господи. Нафига вообще вы тут вылазите? У вас тут спокойные проходы есть. Нет, надо вылезти как-то здесь. Вы же не копайте сейчас здесь больше ничего. Где нас смертельно так? Легкий испуг, я бы сказал бы даже. Блин, надо, чтобы они то достроили, вот эту пока временную. Я понимаю, конечно, что все враги будут искать более короткую позицию, но мы все равно вот эти позиции мы будем укреплять. Мы вот там вот здесь застроим, пятый создаем. Здесь застроим. То есть мы будем вынуждать идти сюда. А потом мы вот здесь все скосим угол, чтобы мы могли бить со всех сторон. Да нету ничего смертельного, смотрите, здоров. Тепловый удар не только. А че он не падает-то? 30. Внутри теплее, чем снаружи. Ладно, температура, на тебе. Охладись. Норка, что у тебя? Да блин, где норка? Вот он. Средняя боль, недоедание. Ну сейчас проснется, поест. Иди разделай. Кто же должен это делать? По идее-то ладно, у нас мясо есть, прочее есть, чтобы не пропадало. Еды у нас дофига, дофигища. Эти ковры закончить не могут. Ну, ловушки скоро закончат, так что может быть отойти от этого. Так, области уменьшить домашнюю. А то не буду бегать ее вытирать. Бесить меня. Гость. О, с ним поторговать можно будет, классно. Пятьдесят семь. Ну, по чуть-чуть, по чуть-чуть.
Все равно еще тошить же надо. Привет. Что мы тебе можем продать? Нормально, нормально, нормально. Хорошо, нормально, нормально, нормально. Кожа. Ты нам можешь пихнуть что? Пимикан только и все. Плохо, давай мы тебе пихнем вот этот. Да все ближнее пихнем. А вот так, в ноль. Все. Ништяк. Губи, а потом цепани. Смертельная болезнь. Да нету смертельного. Просто, да, валяется. Обиженный. Да, ну, можем почку вырезать. Наркоз. Ты да у нас хороший врач. Провести операцию. Да, медицина 8 должна успешно пройти. Все, спи. Блин, сейчас заправлять никто не будет. У нас везде костер кончился. Муравьед, давай-ка проснешься. Не можешь? Чан. Смертельная болезнь, риск. Да, у него же растет. Какой риск нервного срыва? У него отличная комната. Все вообще суперски. Вон, смотрите, 1,6. Торговец прет, это хорошо. Ух ты. Утки. Гуси. Я бы их завел, но мне пока некогда этим заниматься. Привет. О, сразу любовь. Хозяин дикобраз? А, тут это мои, я думаю, как-то они придут в мое животное. Утки, утки 92. У нас очень мало денег, скажу вам. Очень мало. Потому что наш нифига не переносит, да? Нормально, нормально. По сути, мне пока продавать нечего. Ягод, токарь, хаба, они все равно пропадут, но это мало. Там мне, в принципе, никто не нужен. Нафига мне утки, куда я их дену? Будут ходить жрать здесь. Яйца сносить и все. И толку от них больше никакого. Ну что ж, давайте на этом закончим. Мы уже потихоньку входим в ритм. Строим оборону. В этот раз уже тупить не будем. Они почти достроили. Наконец начнут копать, потому что я пока не буду больше нового ничего давать. Пусть прокопают. Мне нужно сделать вот эти комнаты. Сделать еще вот здесь 3 комнаты, наверное. Этот склад привести в нормальную позицию. Сделать вот здесь тюрьму. Блин, столько дел. И где-нибудь, не знаю, если получится здесь комнаты будут, вот так комнаты, то есть на 12 человек, развлекательное надо будет делать здесь. Но тогда они не будут проводить время здесь, им далеко бегать. Надо будет подумать. Ну что ж, я подумаю. Всем хорошего настроения, всем до следующей серии, всем пока.